Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. А сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це політичний консультант Дмитро Джангіров. Доброго дня. Вітаю, вітаю у нас в студії. Дуже радий, що у нас з'явилася ця можливість з вами поговорити. І хотілося б одразу почати з того. Ну, давайте так. Я за останній час стараюся знаходити щось позитивне, тому що дуже такий тривалий період, я то мені не подобалось, друге не подобалось, тобто поводив себе як російський ліберал. Зараз шукаю позитива. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що відбулося на цьому тижні, це позитив? Я маю на увазі відставку прем'єр-міністра і відставку генерального прокурора Рябошапки. Ну, вы знаете, что, ну, в целом это позитив. Ну, вы знаете, ну, в какой степени позитив? Ну, как рвотная реакция организма на некое такое, на некое токсичное, в общем-то, вещество, которое туда попало. Чего занадто багато. Да, то есть, ну, в общем-то, пока это была здоровая реакция, но организм все равно от этого не выздоровел. Реакция здоровый, организм-то больной. Во всяком случае, какую-то надежду минимальную дает, скажем, тот факт, что новый премьер-министр как минимум говорит о промышленном производстве, чего давно не было. Можно обсуждать там эти его три шага, там, а внутри первого шага про 100 шагов он каких-то говорит. Повернення Криму, он сказал так. Но это, тоже. Подождите, это, посмотрите, давайте не путать ритуальные, так сказать, мистические эти заявления, которые обязан говорить, второе лицо в государстве, то, что он им занят, и которое ни с какими шагами не связано. И все-таки то, что он сказал по поводу промышленности. Впервые за долгие годы премьер акцентируется на промышленности. Уже хорошо. Его бэкграунд – это энергетика. Это тоже хорошо, потому что, в общем-то, энергетическая инфраструктура с точки зрения развития, тем более современного, так сказать, со современной промышленности, там, связанной с высокими технологиями. Это очень важно. При этом качественная, стабильно работающая, с минимальным количеством блэкаутов. Во всяком случае, это человек, которому профессионально работал в этой сфере, в сфере энергии. Компания ДТЭК. Компания ДТЭК. В смысле, если вы хотите сказать, что так, он да. Ахметовский, сам то да, запытать. Безусловно, так сказать, это реванш был, отставка, можно в нескольких сферах рассматривать, в нескольких плоскостях. Это был реванш олигархов против либералов. Но либералы у нас, это как бы, они космополиты безродные. А в том смысле, что они работали, фактически были агентами внешнего влияния. Олигархи, которые там не намного лучше, но они, так сказать, ставят вопрос о суверенитете. Разумеется, олигархические... Потому что выровняться у них тут. Они привязаны в большей степени, нежели либералы, к Украине. И да, их представление о том, что суверенитет – это так, как они понимают, понятно, ничего хорошего в этом нет. Но как минимум решения, так сказать, которые они принимают, принимаются внутри Украины, и хотя бы какая-то возможность влиять на них у общества есть. Минимальная, но есть. На решения, которые принимались либералами, на реформы Супрун, все говорили, что это просто, ну, ужас, так сказать, то, что она творит, разваливая, так сказать, систему здравоохранения, им было все равно. Ну, правда, она и до сих пор не угомонилась, что-то пишет. Недавно она, так сказать, большой пост посвятила
тому, как правильно обращаться с презервативами. Хотя, как я понимаю, у самой Ульяны главным средством контрацепции в жизни был ее внешний вид. Но, тем не менее, вот она продолжает о чем-то вещать, это существо. То же самое, то, что мы слышали от Гончарука, который юрист, который профан в экономике, а сам признал. От Милованова. Ну, по самим высказываниям было ясно про полную некомпетентность этих людей. Моллюск, я к вам, министр. Негативно я отношусь к этой... Ну, просто чому я запитую, тому що він залишився безпосередньо на своїй посаді. Послушайте, я считаю, что и к Реклею большие вопросы, но есть мера компромисса. Все равно какие-то остались... Люди, представляющие, так сказать, либеральный сектор. Тем не менее, мы видим, что нет иных кадров, как из каких-то предыдущих призывов. Тот же Уманский, которому, там есть вопросы, но это человек старого призыва. Еще есть несколько человек старого призыва. Их разбавляют две национальные гордости, конечно, Украина. Это Емец, врач, медик, профессор, наверное, можно сказать, всемирно известный, и все-таки в свое время всемирно известный спортсмен-олимпиец Гудсайт, он, правда, на Олимпиаде серебро взял, но это была звезда масштаба, во всяком случае, есть две звезды, которых трудно там в чем-то заподозрить, они свое имя, в истории Украины вписали. Давайте посмотрим теперь, какие будут реальные шаги. Понятно, что можно предположить, что будут, конечно, какие-то шаги теперь сделаны в сторону промышленности. Но когда мы говорим шаги в сторону промышленности, понятно, льготы и преференции очередные олигархам. Понятно. Вы знаете, что это плохо, но это меньшее зло, чем просто бездумное поднятие тарифов, просто чем безумные схемы реверса, на которых зарабатывают НАП-советы в первую очередь. И вы знаете, что самое на самом деле лучшее, что было, много было и плохого, самое лучшее, что сказал президент, и это вот единственный лучик надежды при всем моем огромном скептицизме с первых дней по отношению к Владимиру Александровичу. Но лучик надежды – это его фраза, что в наблюдательных советах госкорпораций, может быть, он сказал не госкорпорация, а государственных компаний, скажу госкорпораций, украинцы составляют национальное меньшинство. Это правда. Полностью заполнены не просто бездельниками-иностранцами, а людьми, которые придумывают схемы международного масштаба. По выводу денег из Украины, по ограблению денег из Украины. И через эти НАП-советы создается независимость госкорпораций от контроля правительства, президента и прочих органов. Унижен написал премьер Гройсман, а не платите такие большие премии. А ему НАП-совет пишет, а иди ты, в общем-то, занимайся своими делами. Примерно такой был ответ. Хочется надеяться, что тут тоже произойдут перестановки, и государственные компании будут подотчетны государству, что, наверное, вполне логично. И вообще, в принципе, вот я вам хочу сказать, перефразируя известный техасский лозунг, конечно, лозунг плохой, Украину должны грабить только украинцы. Но есть еще худший. Украину могут грабить все, кому не попадя. Это еще хуже. Поэтому сейчас мы от самого худшего возвращаемся к очень плохому. И это, в принципе, мы теперь можем воспринимать как позитив. И это позитив. Да. Друзі, запам'ятайте, це позитивно дуже. Дивіться, хотілося б запитати наступне. Тобто, на початку, коли прийшов уряд Зеленського, ми могли зрозуміти, що оці люди, які потрапили, деякі випадково потрапили, і що просто у президента не було достатньо досвіду політичного. Зараз ми можемо, пройшло півроку, 6 місяців, да? Так, 6 місяців, і можемо ми очікувати на те, що пан Зеленський
став набагато мудрішим, що зараз людина, яка буде новим прокурором, буде там, ну, не 100, 150% людиною Зеленського. Просто сьогодні під стінами ДБР пан Порошенко, президент Порошенко, заявив, що люба людина, яка прийде на посаду пана Рябошапки, це буде людина Путіна. Ну, ми пам'ятаємо, що любий кандидат, хто переможе на виборах, окрім Порошенка, це буде Путін. Ну, і він залишився в своїй логіці. Що ми можемо взяти від Петра Олексійовича? Ну, так сказати, патріотичних бариг не буває. Не буває. Бувають бариги з патріотичною риторикою. От і все, 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 що буває. А що стосується Зеленського? Ви знаєте, що, ну, я ще раз скажу, що з великим скепсисом відношусь до його діяльності, але я все-таки сподіваюсь, і є така, ну, можливо, це так, що він за цей час почав краще розбиратися в людях. Я не думаю, що він став краще розбиратися в економіці, в фінансах, в іншому, але він став краще розбиратися в людях. І мені здається, що треба виконувати свої зобов'язання перед Дональдом Федоровичем. Він йому сказав, що генпрокурор буде його 100% людиною. Ну, не з першого разу, але з другого це буде. Тим більше, що повертає свої позиції в праймеріз демократичних Байден. І тому я думаю, що треба активізувати розслідування по Байдену в Україні. Дональду Федоровичу це сподобається. Я зрозуміло шуткую. Але, на жаль, свого часу Україну втягнули ще в 16-му році во внутрішню американську політику. І через це ми це розгребаємо по сьогодні. І ще і до закінчення американських виборів, а може і після них, все ще буде продовжуватись. Причому з нашим українським щастям, от зробимо всі ставки, покладемо всі яйця в одну штанину, в трампівську, а переможе Байден. От веселуха буде. Тобто подивіться, як, що скажуть українські політики, і зробіть навпаки. Да? Можна вже так говорити. В принципі, стільки разів в історії помилятися. Ну, це треба мати талант. Талант. Ну, починаючи з Мазепи, який зробив точну ставку на Карла XII. Ну, все ж було точно, ну, Карл-то, ну, не може не програти. А ось на виборах під Полтавою, програв. До речі, вибори під Полтавою, наш президент, тобто, спочатку, перед тим, як зняли пана Рябошапку, зібралися G7-посли, і вони виказували свою підтримку пану Рябошапці. Пана Рябошапку зняли, і під Полтавою, після цього рішення, вже безпосередньо пан Зеленський зустрівся з G7 представниками, тобто послами. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ви знаєте, що я тут скажу таку мисль, може бути, непопулярну, але при тому, що, безусловно, неоднозначна роль Кучми і в період президентства, і в більш пізній період, ну, звісно, що регулярно він как бы общається з новим президентом. Я думаю, ви скажете, що, ну, регулярно, ну, да. Він регулярно общається з президентом. І я думаю, мисль о том, що можна поступити в... Що не завжди ультиматум Запада є ультиматумом. Іноді це перевірка на педикулюз. І ти зробив, як вважаєш потрібним, все одно будуть працювати з тобою. І я хочу сказати, що зараз дійсно у Запада немає альтернативи. Вона, може бути, позже з'явиться. Але зараз вони вимушені мати справу з Зеленським. Хоча, якщо ви подивитеся, навіть перші публікації, які пройшли в «Süddeutschen», в «Guardian», і навіть этот Карнегі-центр, правда, московський, але це ж, так сказати, це відділення американського. Вони всі виступили в защиту Гончарука, в защиту правительства. І понятно, так сказати, ну, що і в защиту вот этой всей, так сказати, прокурорсько-антикорупційної мішпухи. Но
А мы должны понимать, что вот если президент делает сильный шаг такой, вот, нет, так сказать, как это, а я так хочу, будут, значит, учитывать эту точку зрения и иметь с ним дело. Другого Зеленского на сегодня нет. Более того, что бы там ни было в рейтингах, рейтинг доверия по-прежнему больше 50%. По-прежнему он вдребезги пополам громит любого соперника во втором туре без вопросов. Значит, надо иметь дело все равно с Зеленским. И если Зеленский понял, что у него сейчас есть окно возможности, можно, так сказать, не слушать каждого там первого встречного или там, тем более, какого-нибудь посла поперечного, то есть он будет в тактическом выигрыше. Стратегический выигрыш все равно связан с экономикой, с возможностью, с платежеспособностью Украины, с ростом благосостояния или с падением благосостояния. Насколько Украину зацепит коронавирус, тут вообще у нас очень открытая экономика, почти полностью завязанная на мировую конъюнктуру. И, к сожалению, коронавирус в целом, так сказать, понижая деловую активность, понижает стоимость любого сырья, в том числе и продукции АПК нашей, в первую очередь зерновых, масличных, извините, зерновых, этих, подсолнечника, кукурузы, то, что мы в больших объемах поставляем, и металла. В любом случае будут проседать цены. Может быть, просто, что если быстро закончится эта эпидемия, последние обнадеживающие сведения из Китая. Ну, хочется надеяться, что нас-то немного только, так сказать, чиркнет. И... Ну, в Китаї начебто краще стала ситуація, але Європа, в принципі, намагається перейняти естафету, наскільки ми за цим спостерігаємо. Тобто Італія поки що у нас в лідерах. Ви знаєте, що я скажу дуже грубо, извините, пожалуйста, а нефиг було не відміняти в Мілані неділю моди. Я не шучу, не шучу. Ну, если такое, дорогие товарищи эти, модели и... Мы можем сказать, красота – страшная сила. Вот. Да, в общем-то, так сказать, организаторы, так сказать, недели моды оказались не только геями, но и хуже того. И это просто преступление было, кстати. Ну... Так, хвилинка толерантності пройшла, і давайте перейдемо до наступної теми. От я хотів би дізнатися вашу думку. Як так співпало, що під час, коли у нас знімали генерального прокурора, в Росії зустрічалось, тобто Росія зустрічалася з Туреччиною, і вони щось підписали. Чому в цей самий час? Ну, і... ми розуміємо, що коли вся світова спільнота спостерігала за тим, як змінюється уряд і прокурор в Україні. Думаємо, що саме так і два диктатори під цей інформаційний шум зібралися, щоб поділити територію третьої держави. Ну, ми це все розуміємо. Як то кажуть, погані речі робляться ночі, коли ніхто не бачить. От. Коли знімають українського генпрокурора. Так. Ну, а в принципі, ми ж розуміємо, що позиції Ердогана були перед перемовинами слабкішими. В першу чергу тому, що він був вимушений їхати до Москви. Спочатку він запрошував до Стамбула, причому він сподівався, що і Меркель, і Макрон приїдуть, але він встиг додатково зіпсувати відношення. Який молодець, це теж талановитий. Ви знаєте, що він, причому, що він людина, в принципі, з великою волею, з великим досвідом, ну, в принципі, це дуже непроста людина. Але наступають такі моменти, коли він з усіма він пересварився навіть з потенційними, так сказати, своїми союзниками. І, в принципі, більше того, а ще в цих військових діях проти протурецьких сил, а також і проти ірегулярної армії, виступили не тільки Хезболла, проіранська, ліванська сила, але й КСІР в
корпус стражі ісламської революції. Фактично це спецназ іранський. І він, ну, примудрився такий розклад отримати. Що занадто багато друзів зібралося, так? Да. І на самом деле для понимания того, что произошло и что было подписано в Москве, ведь давайте как это взглянем на картину, ну, со стороны. Сирия традиционно сфера влияния Ирана. Это много десятилетий с тех пор, как иранский аятолы Ирана признали алевитов правящее меньшинство, которому принадлежал отец Асада. И Асад первую часть своей жизни – алауиты. Что алауиты являются шиитами, то есть мусульманами. Сунниты не признают алауитов или алевитов, по-разному, не признают мусульманами. Действительно, это синкретическая вера, в которой есть элементы ислама, христианства, по отдельным праздникам там Евангелие даже читают, а не Коран. Плюс еще есть доисламские культы Луны и Солнца, то есть, ну, языческие фактически. Ну, такая, ну, синкретическая религия такая, смесь различных верований. И, так сказать, и, в общем-то, с тех пор Иран становится патроном Сирии и во многом продвигает благодаря Сирии свои интересы и в Ливане. То есть вот это весь. И Иран сыграл, во всяком случае, с 11 по 15 год решающую роль в том, что не рухнул режим Башара Асада, сыграл, разумеется, Иран, иранские бойцы, проиранские силы, так сказать, и, так сказать, привлеченные им из других, так сказать, регионов добровольцы, даже палестинцы, по некоторым данным, хотя они сунниты, воевали, так сказать, на стороне сил Асада. И туда в какой-то момент пришла Россия, потом пришла Турция. И, собственно говоря, они делят на глазах у Тегерана, делят на свои зоны влияния, ну, часть, понятно, ну, часть территории, которую всегда Иран считал своей. То есть ту территорию, которую сирийцы там за последние месяцы заняли, она за ними и остается. Хотя изначально Турция требовала, чтобы отошли на ту территорию, которая была сочинскими договоренностями. Хотя тоже, ну, на самом деле, есть в этом что-то такое, парадоксальное или, можно сказать, империалистическое на старой... Бо Сочи когда-то была территорией... Дело в том, что Турция и Россия в Сочи договаривались, на какой границе должна остановиться сирийская армия. Ну, тоже такое. А более того, Иран не спросили при этом, который тоже играет важную роль. Поэтому, на самом деле, во-первых, нельзя исключать возможных трений между Россией и Ираном. И, в принципе, возможно, на это Турция и рассчитывает, пойдя на определенные уступки. То есть, более того, Россия на себя берет большую часть ответственности. И, фактически, не только сирийская армия, но и российские частные военные компании, инструктора, которые там есть, они, так сказать, уже... так сказать, находятся на территории, где им придется точно вести боевые действия с Джабхат Фатх Аш-Шам. Это переименованная Джабхат Ан-Нусра. Просто та всеми признана террористическая организация. Это, в общем-то, еще... Это такие своеридные Адибас, да? Ну, воно переименовывается, и Туреччина підтримувала вот цю нову, під новою назвою фактично підтримувала колишню Джабхат ан-Нусра. То есть, в целом, говорить о победителях или проигравших очень сложно, потому что за рамками, ну, как, невидимо присутствовали на этих переговорах Иран и курды. И обе стороны не хотели, чтобы эти стороны появились зримо. Поэтому вот некие такая договоренности, компромиссов. Плюс Турция, разумеется, заинтересована в России как в рынке сбыта, особенно в условиях вот этого экономического спада. Грубо говоря, Россия какое-то количество помидоров закупки гарантирует. Еще зараз сезон открывается. Сезон. Тогда. И надо сказать, что можно, конечно, обсуждать турецкую социологию,
так сказать, на уровне ли она там социса, рейтинга или КМИСа нашего. Но, тем не менее, по некоторым данным, где-то вот рейтинг Эрдогана на уровне 2015 года – это невысокий, ну, лето 2015 года – это достаточно невысокие показатели. Поэтому ему, так сказать, предпочтительно выйти из конфликта. И последний момент, который тоже был как бы… Два символических было жестов в тот момент. А в Сирии в день переговоров в Москве было открыто представительство Ливии, но Хафтара, а не Сараджа. То есть той силы, которую не признает Турция, а так сказать, Турция поддерживает Сараджа. Ну и, конечно, был еще один момент унижения, так сказать. Если вы видели вот эту встречу для протокольную для фотографирования Путина и... На жаль, не бачив, бо спостерігав за Рябошапкою. Так, ну вот так действительно, действительно. Ну, мы, ну извините, что мы с вами на маргинальную тему. Да, ну расскажите, будь ласка, дальше. Дело в том, что протокольное фотографирование, когда они ну, сидят за столом, рядом стоят делегации, прямо вот ну, нависает над делегациями большая скульптура Екатерины II. Ну, которая, да, которая, так сказать, турки ее вспоминают такими не очень хорошими словами. Да. Но, конечно, я хочу сказать, что, извините, что столько времени мы на второстепенные темы, давайте вернемся к Рябошапке и, может быть, еще и Сытника снимут. Ну, ви як вважаєте? Ну, давайте так чесно скажемо, запитаю вас. От, наприклад, два дні тому ви очікували, що все ж Рябошапку буде знято, чи ні? Ви знаєте що, в той самий момент, коли стало ясно, що буде відставка уряду, стало зрозуміло, що зачистять і Рябошапку, і Ситника, і, можливо, Холодницького. Тому що просто мене перепрошую, що перебуваю. Мене дивувала та впевненість, з якою вони говорили, нічого не буде. От звідки у них така впевненість? Я не знаю. Ну якщо ми описуємо ті події, які відбувалися як олігархічний реванш, їх можна по-різному. По-перше, уряд став токсичним для президента. Правда, уряд абсолютно некомпетентний. І, в принципі, в ситуації тої кризи, яка ну, може бути, наприклад, з коронавірусом, ці люди ні на що не здатні, їх треба. Є такі. Є елемент, можна описати, як олігархічний реванш проти лібералів. Тоді треба зачистити і ті структури, які ну, були якби силовими проти олігархів. А, тобто контрольовані Западом, лібералами, американським посольством, прокуратура, НАБУ і САП. Про САП, можливо, трохи пізніше це буде, тому що Холодницький, як я розумію, там кілька разів присягав, але він ну, багато разів кому присягав, тобто я не знаю, ну це вже... Має досвід присягання. Має великий, великий досвід присягання. Знаєте, як є такий орден за неоднократну вірність. Да. Вот. Це для Холодницького. Але, в принципі, ключове – це НАБУ, ті, хто веде розслідування. САП же вже по результатам розслідування вони звинувачення, або, як зараз, підозру формулюю. І у зв'язку з цим, я думаю, що це ну, не було іншого вибору. І не могло бути іншого сценарію. Якщо зносять уряд, треба зносити і прокурора, і антикорупційні органи. І ви знаєте, що я думаю, що і буде в НБУ ще перестановка. В тієї ж логіці не може як бути багато позитивних новин нас очікують. Все ж, виходить. Дуже дякую вам, Дмитро, за цю розмову. Мені дуже-дуже приємно було з вами поговорити, тим паче не тільки на українську, а й на міжнародну тему. Бо, дорогі друзі, ви не забувайте, будь ласка, що на нашому телеканалі виходить авторська програма Дмитрія Джангірова «Міжнародна панорама». Дмитро, дуже дякую вам за цю розмову. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Па-па!
Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Yeah.